Ну что, дорогие друзья, всем привет, с вами Клауд, сегодня посмотрим новую игру, это закрытая бета, вышла игра, называется Main Assembly, это что-то больше похоже на, скорее всего, ну больше максимально близкий клон к этой игре, это что-то типа Trailmakers, хотя такая же, как и в принципе BC, такая же, как и в принципе Scrap Mechanic, но максимально близко, по-моему, мне кажется, к Trailmakers, то есть нужно строить свои роботы, нужно проходить уровни, и, по-моему, это интересно, погнали, никаких туториалов теперь не будет. Это будет соревнование, драйвинг. Поехали, первая миссия. Посмотрите, очень круто сделано. Очень смешная, сделано в таком, типа, гладости, там, тому подобное. Ну, сейчас вы видите. Суть игры в том, чтобы нам нужно создать какого-то своего маленького робота. Причем роботы могут быть совершенно разные. Могут быть роботы, которые катаются. Могут быть роботы, которые летают и так далее. Тому подобное. Игра красивая. Чем-то похожа на GLaDOS, да, от Valve. Но ладно. Есть такие сравнения, да, как и в роботе, так и в цветах покраски всего этого мира. В общем, смотрим, нам нужно открыть все чекпоинты, нам нужно все подобрать, все различные какие-то запчасти, что-то в этом роде, и, короче, не провалить доставку какую-то. Давайте посмотрим, полетаем, что нужно сделать. Вообще нужно проехать будет вот здесь вот, судя по всему, проехать дальше, под мостом, опять чекпоинт, но это первая миссия, она должна быть максимально примитивно легкая, поэтому погнали. Здесь есть программирование, оно тоже очень крутое, блин, ну игра мне очень понравилась, по крайней мере в туториале было достаточно интересно. Так, заходим в режим конструирования, вот наш робот, типа робот, да, и нужно вот конструировать, очень как-то стрёмно сделано конструирование само, но программирование понравилось. Давайте раздвигать нашу машинку, делаем немножко подлиннее, может немножко какой-то джип сделаем такой пониже, опустим немножко. Тут мы, наверное, угол поменяем вот так, но то есть столица здесь очень странная на самом деле, если честно. Но, в принципе, привыкнуть можно. Это будет, в принципе, квадратная машина, что этот дизайнер супер какой-то. В общем, видите, точки можно как угодно соединять, можете вообще любую извращенскую машину сделать, но... А почему бы и нет, да, ребят? Дальше мы заходим, смотрим наши запчасти, их очень много, они потом со временем открываются, здесь есть электроника в том числе. Есть различные инструменты, типа вилл и тому подобное. Блин, интересная игра вроде как получается, да, ребят, надо только все подкрывать. Но нам сейчас нужна максимальная примитивная хрень, нам нужны с вами колеса, заходим моторы сюда. Могу я сюда присобачить? Это будет очень странная машина. Почему бы и нет? Дальше берем колеса, наверное, среднего варианта, блин, заблокированы, к сожалению, возьмем тогда обычные, возьмем внедорожные. Так, так, передняя ось мне очень нравится, очень прикольно, что мы будем посмотреть, как она будет кататься, чисто ради интереса. Да, и поскольку мы управляем роботом, соответственно, нам нужно вот это кресло, чтобы управлять этим самым роботом, ребят. Также по клавише E можем вызвать вот такое интересное меню, где можем клонировать, объекты удалять, различные хрени, в общем-то, делать и тому подобное. Но, друзья, напоминаю, что это закрытая бета-версия, поэтому, собственно говоря, здесь очень многое недоступно. Но посмотрим. Вот, в принципе, обычная средняя статическая машина. Дальше мы заходим в режим программирования. Уже были автоматически запрограммированы, смотрю. На пробел у нас тормоза работают. Налево-право у нас управление, и газ у нас вперед-назад. Видите, все запрограммировано, все можно полностью программировать. Причем программирование здесь очень крутое, потому что здесь есть математические функции, смотрите. Что угодно можно сделать с моторами, различные уровни моторов, то есть может быть мощность мотора, торможение, управление. По программированию очень похоже на Stormworks, то есть у нас есть входы, у нас есть также есть чуть-чуть выходы, где вы можете все дело настраивать очень легко. Так, здесь вроде бы все готово, давайте попробуем нашу машину. Нажимаем Enter, садимся внутрь, наша машина печатает. Она едет, смотрите, на дебильных колесах, но она едет. Ой. Так, поехали ближе. Почему я так понимаю, могу отделяться, да, роботом? Да, могу отделяться, посмотреть. Прикольный робот. Кстати, давайте полетаем, посмотрим на всю эту станцию. Очень прикольный мир. Вроде все чекпоинты я открываю. Чекпоинт номер один, номер два, номер три сейчас мы откроем. Там какая-то доставка. Если там, видимо, какие-то виллы нужно забрать будет. Это, видимо, машину переделать. Сейчас посмотрим. Так. Здание мы с вами выполнили, мы открыли все чекпоинты. Также нам нужно врезаться в какие-то куклы, судя по всему, надо их найти. Давайте покатаемся, посмотрим. Там, судя по всему, тупик. Удивительно, но эти колеса даже поворачивают. У меня самая упоротая машина. Так, думбис, это какие-то болванки, это какие-то куклы, да, в теории. Давайте посмотрим, где же они находятся. Возможно, я где-то профукал. Давайте просто полетаем, посмотрим. Что может быть похоже на какие-то куклы? Думбис. А, вот кукла. Кукла один я нашел. Надо будет заезжать наверх каким-то образом. Ага, нашел подарок. Смотрите, то здесь можно сюда заехать машинкой, вот на это место. Видимо, оттуда как-то можно заехать. И взять новое колесо, видимо, больших размеров. Да, сюда заезжать. Вот кукла номер два я нашел. А, и вот кукла номер три. Господи, как я не заметил эту куклу. Бывает. Так, а могу я свою машину вернуть, интересно?
Я могу свою машину, слава богу, вернуть. Давайте сделаем нормальную машину, я эти углы немножечко растащу. Зачем подвесочку на месте? Причем, когда вы ставите с одной стороны, она автоматически ставится с другой стороны. Также происходит, в принципе, с колесами, что очень удобно. Пока это большие колеса, ладно, пойдем на маленьких. У нас, как обычно, дорожные колеса. Вот. При таком режиме программирования у нас все, наверное, стерлось. Нет, у нас ничего не стерлось, слава богу, все хорошо. Теперь на газда лучше ездить, теперь более-менее нормально. Но вот какая проблема. Попробуйте взять эту куклу вот эту вот. С этой стороны. Как туда забраться? Могу я заехать, интересно? Так, не смогу, хорошо. Когда заберем, наверное, вот это колесо, возможно, там будет большое колесо. И мы сможем там заехать в будущем, нет? Это мы взяли. Среднее колесо, шикарно, шикарно. Когда сделаем следующим образом, мы возвращаемся на принтер, попробуем поставить большие колеса. Точнее, средние. Да, среднее колесо, но обычное, настолько оно, естественно, большое. Ну, не сильно больше, чем наше обычное, но, в принципе, нормально. Проверяем программирование, все хорошо. Печатаем машинку, попробуем заехать этими колесами. О, намного лучше. Блин, мне кажется, все равно мы не сможем заехать. Давайте попробуем, конечно. Может быть, поставить колесо спереди, которое будет нас так прямо так поднимать. Хотя, ребят, смотрите, пытаемся заехать. Надо делать, короче, танк, чтобы сбить эту хрень. Ладно, я знаю, что здесь поблизости еще одна кукла. По-моему, была где-то вот здесь вот. Ага. Так, и мне нужно ее просто сбить или что? Да, просто сбить. А что здесь заехать с этой стороны? Почти идеальная машина получилась. Смотрите, ровненько подъехала. Сбиваем еще одну куклу. Так, осталась последняя кукла. Она находится где-то в комплексе. Там надо просто ехать посмотреть. Кстати, ребят, я вижу трамплин. Поэтому будем пытаться сбивать эту куклу. С помощью трамплина. Ну-ка, давайте. Yes. Так. Возвращаем на место. А, друзья, смотрите, моя старая машина осталась, смотрите, вот она. Прикольная тачка. Хорошо, написано еще последний пункт, провалить доставку. Я ничего не понимаю, что это происходит, потому что туториали не объясняли. Давайте посмотрим, возможно, что-то надо будет делать на пристани. Но очень похоже, что нужно будет вилами забрать вот эту хрень. Хотя, подождите, может быть, зафейлить доставкой нужно именно то, что нужно просто ее скинуть в воду, скорее всего. Давайте попробуем. Потому что вилы же недоступны. То есть фейл, то есть провалить доставку, да? Давайте зафейлим, запускаем наш супер мотор убийца. Да, да, ребят, все нормально. Я прошел. Теперь, когда мы прошли все три испытания, должен открыться какой-то паркинг. Давайте его поищем. Также нашел, смотрите, еще одну куклу здесь находится. То есть кукол, видимо, было потенциально больше, но мы с ней не могли заехать. Мне кажется, мы на одном уровне будем несколько раз проходить, но проблема в том, что до сих пор не могу найти паркинг. А без паркинга мы не сможем завершить эту миссию. А, вот, ребят, паркинг нашел, он был, оказался прямо здесь вот рядом. Хорошо, строим нашу обычную машину, которую мы тут построили. С вентилятором прикольным. И двигаемся в сторону паркинга. У-у-у! Видите, физика очень достаточно прикольная. Но она здесь есть, она такая немножко инерционная. Но мне нравится, прикольно. Мне нравится, что здесь есть программирование. Я обожаю вот программирование в таких подобных играх. Я прямо от них тащусь, поэтому для меня эта игра прям супер. Но посмотрим, что будет дальше. Первый уровень мы с вами прошли, слава богу. Максимально пришли, да, на 3 звезды. Йоху! И сами какую-то хрень открыли. Вау, еще какую-то хрень открыли. Средний мотор. Точнее, среднюю подвеску, походу. Идем дальше. Следующий уровень. Новый уровень, уже в темноте. Как я и говорил, тот же уровень, по сути, получается. В общем, наша задача, чтобы пойти на 3 звезды, нам нужно собрать очень тяжелый робот 150 килограмм, чтобы он был больше 150 килограмм. Нужно убить 3 манекенов, найти какой-то пропавший подарок. Видимо, вот этот вот, да, мы в конце потом прыгаем, забираем подарок и прыгаем на паркинг. Изи, ребят, изи. Поэтому нам нужна какая-то компактная, мощная машина, чтобы вот это забрать еще быстро, потом еще прыгнуть. А, ну компактная мощь не получится, там 150, блин, веса нужно. Ладно, погнали строить. Ага, навернули старую машину, которая весит всего лишь 68 килограмм. Ладно, это убираем. Это чисто ради прикола было построено. Попробуем поменять подвеску, нам дали новую подвеску, мне просто интересно, что за подвеска такая. Вот она, большая подвеска, она тяжелее. А вида, по-моему, точно такая же. Но весит пока в 2 раза больше. Давайте рядом поставим, посмотрим, насколько она большая. Ну да, большая, средняя точнее. Там, видимо, очень большая. Базе на стандартных средних колесах. Я думаю, спереди мы сделаем точно такую же подвеску. Так, 81 килограмм. Мне нужно еще половину накинуть. Ну, где-то 70 килограммов. Может, ее просто выше сделать. Смотрите, как можно читернуть. Сейчас вам покажу. Ctrl зажимаете. Только Ctrl надо целиком все поверхности поднимать. Вот 4 килограмма. Что так мало, да весит все.
86 килограмм, блин, мало. Так, давайте посмотрим, что вообще за машина получилась. Вообще она едет? Нет. Прикольный такой трактор, на большой подвеске теперь, точнее на средней. Вау! Да, вот это проблема. Мы заново напечатали, хрен с ним. Надо очень плавно это делать. Куча уже трупиков остается после нас. Так, где этот хрен сидел? Вот здесь первый сидит. У нас первая проблема. А мы объедем просто. И нам ехать по лестнице. Так, сбиваем первую куклу. Есть. Едем за второй куклой, которая тут тоже рядом. Дай проехать. Физика, блин. Вторая кукла находится в этом месте. Блин, вот Клауд, не спеши. Едь аккуратненько. Вот. Как ее сбить? Сбили, она нам засчитала. Так, вылезаем из машины, потому что я не знаю, где находятся остальные куклы. Давайте посмотрим. Так, тут находится какая-то вкусняшка, какая-то суперзащитная кабина. А, это либо это кепка. Хрен поймёшь, что это такое. Это мы прыгаем в конце. Сюда добраться будет не проблема. А, вот третья кукла заодно. Все, я знаю, мы пойдем вот так вот, короче. Вот физика игры очень реально классная, потому что даже на гору заезжаете, вы чувствуете, что заезжаете на гору, потому что есть такое приличное сопротивление. Очень круто. Пока мне в игре все нравится, если разработчики реально не зафейлят, а игра выходит вроде как во втором квартале 2020 года, и я думаю, что это будет, ну не то чтобы хит, но те, кто любит так подобные игрушки, им точно должно понравиться. Так, нам куда-то здесь вот нужно съезжать. Очень аккуратно сделаем, потому что здесь... Очень опасно, ребята. Очень опасно, как видите, по крыше. Но подвеска справляется. Я все время забываю, что у нас тормоз именно на пробеле находится. Так, съезжаем аккуратно. Смотрите, вот физика. Опа, тормоза жмете. Проезжаем. Так, что это такое, как думаете? Что-то для машины, мне кажется. Взяли. Да, это кокпит такой, модный кокпит. Так, три куклы мы замочили. Эту штуку мы с вами взяли. И нам нужно будет вон там просто банально прыгнуть. Как туда заехать? Подожди, что-то я запутался. Нам нужно попасть сюда. Это нужно просто было там повернуть направо, судя по всему. Да, нам нужно будет прыгать. Поэтому я считаю, машину нужно делать будет длиннее. Поэтому это вот удаляем временно. Мы делаем ее длиннее. Иначе мы просто там не прыгнем. Что я сделал? Что это посмотрите? Не, ну игра тоже офигела. Вот как мне ради веса все это вот делать, сделать? Это же, блин, нереально. Еще нужно поставить больше колес, я знаю. Подождите, будем читерить, короче. Единственный вариант сделать все тяжелое. Надо взять что-то тяжелое. Просто крепить к машине. Пофиг где, пофиг как. Еще самое тяжелое, что я нашел, это подвеска. Поэтому крепим подвеску. Очень много подвесок крепим. Это будет странная, придурковатая машина, но, блин, я молчу, короче. Поехали. Так, главное, что она едет нормально. Длинная машина стала плохо тебе поворачивать, еле заезжая в эти повороты. Столько мортиров стоит сверху. Так, на момент истины нужно взять разгон какой-то хороший. А можно здесь за двери заехать? Подождите. Задний ход. И не открывается. Ну ладно, что, рискуем? Очень тяжелая машина. Нет, подожди! Что происходит вообще? Каким должен быть машина, чтобы туда прыгнуть? Ладно, две звезды уже хоть неплохо. Идем дальше. Я, ребят, не специально, но две звезды получилось, к сожалению. Новый уровень, слабо, хотя бы светло будет. Блин, было темно, было неприкольно. Нам нужно ехать до финиша, не задев ни одного манекена, сделать два прыжка и найти какой-то презент. Давайте примерно посмотрим трассу. Тут мы прыгаем нормально, проезжаем... Тут проблемная часть. Я не знаю, как сюда заехать. Надо будет как-то разогнаться и прыгнуть. Проезжаем, прыгаем дальше. Здесь этот манекен. Мы его перепрыгиваем. Проезжаем дальше. Налево, обратно в тестовую лабораторию. Да, изи же, нет? А, потом опять вниз. Еще манекены, господи, боже мой. А где принтер находится? Точнее, где финиш у нас находится? Вот финиш. В принципе, это изи, ребята, я 100 раз так делал. Жалко, что я не могу с моей машины сохранить, так понимаю, да? К сожалению, нельзя сохранить машины, хотя это было в Travel Makers, вы помните. Почему-то нельзя. Нам не нужна такая длинная машина, это будет очень проблематичная машина на самом деле, поэтому мы сами сокращаем вот эту хрень. Очевидно, что нам нужна какая-то хорошая прыгучая подвеска. Не столько, конечно, большая кабина, поэтому это тоже все дело удаляем. Очень много каких-то херни наклонировали, что приходится удалять. Короче, нафиг все удаляем, всю машину, давайте с нуля. И я думаю, все-таки вернем. Средние колеса, хотя мы, кстати, открыли новые колеса, заметьте, какие-то очень большие. Охренеть, не, ну не маленькие, в принципе, устроит. Ставим кабину вот такую. Сзади мы с вами сделаем модный спойлер такой вот. Смотрите. О. Чтобы модная вообще была машина. Но, в принципе, должна работать. Давайте посмотрим по электрике. Все сделано, автоматически, слава богу, делается. Сейчас чатаем наши машины. Ну, поехали.
Главное не задеть этих вот манекенов. Так, хорошо. Очень мощная машина. Очень маневренная. Очень нравится, как я ее сделал. Это явно заявка на успех. Да, все хорошо. Так, где манекен? Ну, мы не забьем его. Да, мы собрали последний объект. Манекен мы не собьем. А... Нормально. Все хорошо, все под контролем. Это очень короткая машина, поэтому очень маневренная, поэтому без проблем проезжаем. Но очень мощная, надо будет мощность снизить как-то. В принципе, сейчас хрен с ним, пускай мощность будет. Так, прыгаем дальше вперед. Здесь манекен был. Сделали все прыжки. Манекены мы сами не задели. Впереди какая-то вкусняшка. Пытаемся ее забрать. Я сказал, пытаемся ее забрать. Забрали. Очередная какая-то у нас кабина. И проезжаем вперед. Серьезно? Ладно. Выходим. Да, самый изящный уровень получился. Нормально. Мы привыкаем к игре. 3 звезды. Уху! Так, это был первый уровень, называется «Вождение». Напоминаю, что это Closed Beta, то есть закрытая бета. Давайте еще посмотрим уровни на выживание, а потом уровни на логистику. Так, у нас новые уровни. Что-то очень стрёмное. Нам нужно проехать, ничего не сбить или что-то будет? Или там что-то стрелять? Нам нужно пройти все чекпоинты. А где чекпоинты? Кто-нибудь видел чекпоинты? Я что-то их не замечал. Вот чекпоинты, судя по всему, да? Нам нужно сбить все манекены, их там 7 штук. И нам нужно... Футбол сыграть, что ли? Подожди, а где мяч? Забрать колесо не забыть. И какой-то футбол сыграть. Какой-то мяч где-то взять. А, вот мяч, подожди, есть. У нас же есть мяч. А чтобы забрать мяч, мы сделаем специальную машину, ребят. Точнее, мы ее... Вот эту машину, у нас очень классная машина получилась. Мы ее усовершенствуем. Я хочу вот эту штуку подвинуть в бок. Зажимаем Ctrl. Вот. Для мяча, вот. Вот, идеально же, ребят. Идеально. Печатаем машину. Так, ну давайте заберем... Ой, мяч куда-то слишком большой оказался. Давайте попробуем сдвинуть его. Да, не так легко будет. Ой, там еще какие-то хрени болтаются, вы серьезно? Подожди, мяч. Ай, там еще доджбол какой-то. Ёпер, что происходит? В принципе, мне с мячом заезжать не нужно. Мне нужно просто из них проехать чекпоинты. Так, проехали чекпоинт. Куча мячей мешает баскетбольных. Задний ход. Слушайте, физика мячей прям крутая. Очень нравится. Так, сбиваем все вот эти хрени. Проезжаем чекпоинты. Больно, тихо, тихо, тихо. Тихо. Мяч как раз идеально подъехал в этом месте. Серьезно? А можно мяч вернуть? Слушайте, а как мне сбить этот... Как мне сбить вот эту хрень сверху? Моя машина туда не заедет. По мне еще стреляют собаки. Тихо. Дайте небольшие колеса, пожалуйста. Да, большие колеса, ребят. Попробуем так заехать. А, вас еще могут... Вас еще могут разрушить, друзья. Это, блин, сложная миссия на самом деле. Но все чекпоинты не проблема, да? Мяч в теории тоже не проблема, но вот ту хрень последнюю сбить. Я даже не знаю как и чем. Как тебе такой, Илон Маск? Реально большие колеса. Но толку мне от этого, по-моему, никакого нет, блин, понимаете, вся проблема. Как заехать наверх? В теории можно заехать наверх. Для заезжания наверх можно сделать вот такой трамплин. Игра не позволит сделать вот такой, смотрите. Небольшой впереди. Я опираюсь на скамейку задними колесами, разгонюсь и так уеду. Но это не точно. Давайте попробуем напечатать эту хрень. Пофиг пока на мячик. Давайте попробуем заехать вот туда. Вау-вау-вау, слишком узкая машина стала. Меня аж переворачивает от мощности. А где мое сиденье? Окей. Я вас понял. О, он сбил, то есть я специально, то есть я где-то там ехал, и он сбил эту херню, смотрите, вот тупо, вот тупая игра, я тебе... Да что с моей машиной, блин? Надо сделать немножко пошире, блин, иначе вот видите, что происходит? Большие колеса, большая подвеска, и надо сделать машину шире. Теперь вопрос, как сделать машину шире? Очень хороший. В этой игре это сделать не так просто, как вам может показаться. Попробую читернуть и сделать ее через какое-то крепление, там видел механическое было, да, вот оно. Давайте просто подлиннее ее поставим. Я знаю, что это извращенски смотрится, но, блин, а что делать? По 4 с каждой стороны.
Возвращаем назад подвесочку. Ребята, у нас еще открыта теперь большая подвеска, смотрите. Охренеть. Сейчас будет супер машина, супер прототип. Погнали. Ну, тут, по-моему, сама все привязалось. А у меня машина паук, смотрите, можно можно уходить. Вообще развалились. У меня все кажется поворачивает почему-то. Подожди, там сломалось программирование. У меня сломалось программирование. Давайте. А какие из них альфа, какие из них бета? Откуда я знаю, блин? Давайте удалим бета-связь. Бета убираем. Интересно, угадал я с бетой. А спереди у нас поворачиваются колеса. Так, аккуратненько. Попробуем затолкать мяч. Аккуратненько ведем. Больно. Сгоняйся, машина, сгоняйся. Блин, шарик. Шарик! Я не сдамся. Я доеду этот шарик гребаный довезу. А, ну, все, машины мои остаются почему-то. Я думал, они исчезают. А, ну это проблема. Как мне вообще шарик этот убрать? Вот как? О, свернули немножко. Так, все хорошо, тихо-тихо, тормозим. Давай. Вдоль этой хрени поведем. Да блин, ну шарик. Физика, ты классная, конечно. Нет, реально очень классная физика. Но мне это не помогает. Быстрее едем. Так, где шарик? Он почти до конца доехал. Слушайте, мы почти успели. Мы... Гол! Дед! Аршавин бьет! Блин, какого хрена? Шарик, подожди, куда ты поехал? Твою дивизию. Кстати, вот мячи реально помогают иногда, да? То есть сбили нам манекен, но нет, было туда, наверное, заезжать. Но при этом на них хуже нам только делать не ставь. Гребаный спортзал, давай. Тихо. Очень мощная машина, надо все-таки меньше мощь сделать этих машин. Так, хорошо, ждем здесь. Какая-то, блин, Rocket League получается у нас. Тихо, шарик. Оттолкнись. Да, гол! Ну, гол же. Да, гол был, не засчитал гол. Подожди, сейчас проверим. На 5 звезд. Да. Сделали, друзья. Сделали. Это было круто. Ну что, друзья, на этом мы закончим это ознакомительное видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, хотите продолжение. У нас еще с вами есть 3 уровня в режиме survival и 4 уровня в режиме логистики. Ребята, там будут какие-то доставки груза, тоже будет интересно. Но это закрытая бета, поэтому больше уровней, естественно, не будет. С другой стороны, у нас вроде как есть еще с вами сэндбокс, смотрите. И плоская земля и тундра, где можно возвращаться, строить различные машины. Да, тут тоже есть уровни, ребята. Это круто. По-моему, просто офигительно крутая игра. Мне уже в бете нравится. Очень надеюсь, что разработчики не забьют, хотя это очень серьезная компания. Скорее всего, не забьют. Смотрите, даже моя машина, которую я сделал на заставке. Это очень круто. С вами был Клав. Всего хорошего. Всем спасибо. Всем пока.